Красноярск обошел Москву и крупные сибирские города по обеспеченности легковыми авто. Наш город занял 7-ю строчку рейтинга. Оказалось, в краевом центре из 1000 человек 296 имеют машину. Это на 10 меньше, чем в среднем среди миллионников. Возглавила список Самара с показателем 344 машины на человека. Это каждый третий самарец. Далее идут Краснодар и Санкт-Петербург, а вот столица располагается в рейтинге сразу после нас на 8-м месте. По факту там машин больше, но с учетом официального населения в 13 миллионов человек получается по 293 автомобиля на москвича. Хуже всего обеспечены личным автотранспортом Пермь и Ростов-на-Дону.